Очень сложно было вообще думать о чем-то в этом моменте. Время для меня застыло. Те, кто до сих пор думают, что я актриса Погорелого театра, ну, посмотрите, ребят, вот, как бы у меня так щека дергается. Ну, я не знаю, мне кажется, ну, я заслуживаю ролей в самых потрясающих каких-то постановках и голливудских блокбастерах, если я умею так играть свои эмоции. В общем, как мне было в этот момент, просто не в сказке сказать, вот честно. И сейчас я... Сейчас у меня вот просто сердце колотится безумно. Я вспоминаю этот момент, и я думаю, это был один из самых ошеломляющих моментов в моей жизни. Реально ошеломляющих. И жить столько времени с этой обратной связью, я чувствовала, что я ему нравлюсь. Я знала это. Ну, может, ну, не с первой серии, но достаточно быстро. Я ведь напоминаю вам, что огромное количество всего, да, всего происходящего не попало в эфир. И вот все это время ощущать эту обратную связь и думать, что это должно привести к чему-то большему. Честно. И потом бах! На. Я даже не знала, что сказать.